Это не простая обезьяна. У нее немало достоинств. Никогда его даже сделали Буддой. Только я могу вызвать его на поединок. Что у него за глаз такой посередине? Учти, обезьяна, я не склонен сражаться с теми, кого побеждал прежде. Вот что я предлагаю. Если проиграешь, я заберу тебя в небесные чертоги. А они останутся и сравняют твою гору с землей. Если же проиграю я, то непременно отомщу. А они все равно уничтожат твою гору. Это будет весьма печально. Ты тоже был в небесных чертогах, и нам нет нужды сражаться. Преклони колени, признай свою вину, и все это останется в прошлом. А ты умеешь молоть языком. Почти так же хорош, как свинья. Спасибо, позабавил. Слово о забавах. Как ты смотришь на то, что я вырву твой лишний глаз и съем его на завтрак? Не бойся, у тебя останется еще два. Сможешь полюбоваться, как я выпускаю кишки небесной швали. И этим, и тем, что наверху, и псине твоей черной. Ну, кто на меня?